Привет, моделистам! Меня зовут Александр Колесников, я живу и работаю в городе Цинциннати, штат Огайо. Еще меня называют AK или Crazy Russian. AK как автомат Калашникова, работающий в любых условиях. Это комплимент. Хотел немножко поговорить о типоразмерах или масштабах. Мне на самом деле, меня это не совершенно не удивляет, и без разницы, как кто называет масштаб или тип размер. Последнее время я слышу тип размер. Но у моделистов обычно это шкала или масштаб. Начнем с недавно популярной. Они называют по-английски это T-gauge, то есть масштаб 1:450. Если я что-то, ребят, не то говорю, вы поправьте. Но опять-таки, я на этом внимание не заостряю. Главное, чтобы цифры, важны цифры, чтобы не называть TT N-scale, к примеру. Теперь Z, это 1:220. N, очень популярная, конечно же, в Европе. Здесь это 1:60. Много фирм разных. Теперь для любителей ностальгии, это настоящая TT Zeuge. Масштаб 1:120 очень популярно в Советском Союзе было, не знаю, как сейчас. По-моему, до сих пор популярно в Европе, в Германии, в Австрии, не знаю, где в других странах, но, ну, скорее всего, тоже популярно. Дальше идет самый популярный размер HO. Вот видите, вот это, ух, пожарная машина и чмуха. Далее идет, у меня нету, к сожалению, модели, Double O. Это в основном Великобритания, Австралия и, ну, скорее всего, Новая Зеландия. Вот они любят это OO. То есть чуть-чуть побольше, чем HO, но я поставил специально рельсину сюда. Это OO катается на HO рельсах. Track. Теперь у меня нету O-gauge. Это тоже... Обычно это O-gauge, O-scale, потому что это варьируется тоже от 1,43 до 1,48. Вот машинка гаишная. Так, далее у нас идет gauge 1, единица, точная пропорция, никаких, она, размер рельсины совпадает с геометрией со всей, 1:32, вот этот вот. Классный вагон. G-Scale, но это в основном LGB, популярная фирма, да, но это для садовых железных дорог. У меня тоже нет, к сожалению, ничего. Есть один локомотив, но вы можете представить, он просто больше. И, кстати, G катается на колее 1:32, но рельсы должны быть LGB, у них очень большие реборды. Вот такой маленький экскурс, коротенький, чтобы освежить мою память тоже. Ну и вам для ностальгических моментов TT-Zeuge. Были времена. Вам всего наилучшего, ребят, девчат. Успехов. Давай.